Слушай, что-то он у меня совсем не движется. Кто? Поплавок. Если рыбки не собираются клевать, пускай, значит, так и скажут. Борис Николаевич, извините за прямоту, но вы такой выдающийся рыбак. Знаю. Вы тут уже все выловили. А, да? До последней уклейки. Поразительное достижение. А что я тогда тут сижу? Вы руководите страной. Прямо отсюда? Да. Вы мыслите? Я? Да. И, следовательно, существуете. Ну, кто тебе сказал это? Декарт. Как говоришь фамилия? Декарт. Познакомь. Посмотри, может, все-таки клюнуло? Нет. Тогда давай кинем еще разок. Кого? Леску, Сережа, леску. Всех остальных, значит, мы уже давно клюнули. Пропустите меня, я с маленьким. Да, что с ребенком, с Беркашей. Какой ребенок? Я с маленьким депозитом. Оступись! Куда прешь, козел? Кто козел? Ты! Да на себя посмотри, баран ты! Кто баран? Да мы все бараны, все! Мы баран? Да мне, позвольте, где ж тогда шерсть, где шерсть? Да вас остригли нахал еще в 92-м. Пустите, говорю, животные. Уважаемые вкладчики, минуточку внимания. Послушайте официальное заявление правления банка. В связи с отказом правительства РФ осуществлять банковские операции по зачету ценных бумаг ХИКО... По-русски скажи, нелюдь! По-русски? Вы все попали на бабки! Но вам чисто конкретно повезло. Правда? Ей-богу повезло, натурально. Вы попали на маленькие бабки, а вот мы на большие. Вам даже не снились бабки, на которые мы попали. Взаймы никто не даст. Нет? Ну, не поминайте лихом. Невозможно работать. Не страна, а сплошной форс-мажор. Доработался. Глюки начались. Сам ты глюк. Я председатель правительства. Извините, а я тогда кто? Понятия не имею. С моего места это... Что? Стульчак освободи, что? Еще вопросы есть? Есть один. Скажите, который сейчас год? Это не важно. Мы, слава богу, в России. Великая страна. Год значения не имеет. Тут главное пространство, чтобы руки доходили. Ну что, умник, порулил? Ага, немножко. А много и не надо было. Слава богу, 5 лет вот этими вот самыми руками. Живого места не осталось. Ну, погуляй, погуляй. Как погуляй? Ногами. А реформы? А за реформы ты не беспокойся. Реформы я доведу. Я считаю, кто их это, тому их и это самое. Жалко. Самому жалко. Ну а что делать? Кто-то ж должен. Червячка насади. Готово. Теперь плюнь на него. Теперь закинь. Куда? Не знаю. Куда-нибудь, понимаешь, где все-таки клюет. Может, попробуете счастье под корягой? Где я только не пробовал счастье, Сережа. Но чтобы под корягой... Слушай, а меня ищут? Где? Там, в Москве. Искали. И что ты им сказал? Сказал, что вы перенесли рабочий кабинет в Горки 9. Перенес. Прямо на себе и перенес. Как дела у Степаныча? У Степаныча переговорный процесс. Плюнь еще раз.
вам говорю, 10 лимонов зелеными и не цента меньше. Или должность первого вице-премьера. Я уже согласен, я уже готов, уже. Зачем? Зачем вам это должно? А я на ней 10 лимонов заработаю за неделю. Бабки или портфели. А иначе мы вас не утвердим однозначно. Вот вам, вот. Ну-ка убери свой кукиш, у меня у самого их два. Так, ваши условия. Когда на карту поставлена будущая держава, коммунисты не торгуются. Вы развалили державу, нашей поддержки вам не будет. Нам от вас ничего не надо. Так, а чего же вы мне целую неделю голову морочили? Но мы думали, вдруг чего само перепадет. Само не перепадет. Сначала надо меня утвердить. Ну что вы как маленький в самом деле. Хотите 4 портфеля? Вчера отдавал по 3. 4 смешная цифра. Просто смешная. Хорошо, 5. 5 хороших портфелей только для вас. Плюс почту, телеграф и повесить звонится. А мне бабки и должность первого вице. Все равно без меня здесь ничего не будет однозначно. Но сначала надо утвердить меня. Сережа, слушай, а я тут вчера в телевизоре видел толпа, вроде как на вокзале, понимаешь, и написано 10:50 и 11:40, это что, время отправления? Это курс. Ага, а куда идет этот поезд? Что, прям вот туда? Без остановок. А поеду другим поездом. Прилетел, понимаешь. Форрис, как я рад. Мы в Америке очень волновались за тебя, твоя реформа. Ну, что там волноваться, Билли? Ну, куда я денусь-то? Деньги привез. Извини, Борис, не хотел тебя огорчать. Ты знаешь, это мани кончилась. Мани эти гали-хай-хай. Мне, знать, больше даром не нужны. Он все в своем шалун, понимаешь. Деньги нужны, баксы, бабки, понимаешь, эти крины зеленые. Ну где мужик в парике? Даллар. Yes. Даллас ноу. Как это ноу? У вас тоже что-то? Нет. Индекс Доу Джонса даун, совсем даун. Ты down, меня даунами-то не пугай и своих навалом. Ты давай помогай нам изо всех сил, а то я огорчусь. У вас очень большая страна, бойс. И вы все время хотите кушать. Ну, что же это у вас за экономика, ежели вы не можете прокормить Россию? Это ж... Смех один, тоже мне Америка называется. А что тогда прилетел, понимаешь? Ну, мы же друзья, френдшип. Ну, френдшип у нас с Хусейном, ты деньги давай. Деньги, no. In this time, no совсем. Sorry, извини. Тем более, мы не знаем, в какую сторону вы опять пойдете пути реформ. А вы верите, в Россию можно только верить. Умом Россию не понять. Не понять. Я пробовал. До свидания, Борис. Не плачь, копи деньги. Ну что, Сережа, сматываем удочки-то? Как? Совсем? Нет, ну ты, конечно, можешь еще порыбачить. А я без вас не хочу. И правильно, что тянуть? Сколько, понимаешь, можешь сидеть сильно? Подготовить указ. О чем? Ну, насчет вот этой, ну... Что ты, как Степан, жестами разговариваешь? Какой указ-то? Насчет отставки. Какая отставка? Вы же сказали сматывать удочки. Ты
Сережа, переудил сегодня. Никуда я не уйду. Понял? Понял. Сколько по Конституции положено, столько и просижу. Где? Где захочу, там и просижу. Я же, понимаешь, гарант всей вот этой вот рыбалки. Хотя, конечно, ловить тут нечего.